Всем привет! Меня зовут Варвара Панкова. Я председатель студенческого совета нашего университета. И сегодня я хочу поговорить о важности прохождения опроса студентов по пройденным курсам. Существует много механизмов получения обратной связи от участников образовательного процесса. Открытый ректорат, диалог в деталях, ежегодный мониторинг удовлетворенности студентов, опрос по дисциплинам. Цель одна – выявить и устранить слабые, проблемные зоны, улучшить и модернизировать программы обучения, узнать потребности и желания нас, студентов. В данный момент в нашем университете проводится масштабный опрос, охватывающий все дисциплины. Их можно оценить по нескольким критериям. Насколько качественно организован учебный курс, как проходила коммуникация преподавателя со студентами, насколько полезны были материалы на Canvas'е и так далее. Также по прохождении опроса любой студент может оставить анонимный комментарий о том, что ему понравилось, или о том, что хотелось бы изменить, улучшить. На примере моей группы могу сказать, что эти опросы действенны. Положительные изменения претерпели не только содержимое курса, но и отношение преподавателя. В университете МИСИС мнение студентов действительно влияет на качество образования. Переходи на опрос по ссылке в описании и внеси свой вклад в развитие лучшего будущего.